Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами Артур, Джек Шепард. Артур, Джек Шепард и Сатан Рулис, Тёма, Максим Шустрила. И мы идем в Томбу. Это наша уже третья серия. Сколько нас? 6 человек получается. Всем привет. Мы вообще крутые, спасу нет. И давайте двинем, чего нам время-то тянуть. Кореба, офигенные виды. Две луны, идем в пещеру, отлично. Две луны? А, да, две луны. Одна большая, одна маленькая. Поговорили. Будем надеяться, что эта серия обойдется. Ладно, мы убежим. Убеснились. Зачем убегать? Ну что за команда лузеров, а? Слышь, она какая-то жесткая. Ну да, она типа там. Я не знаю, я сейчас из-за этого одного боя, похоже, пропущу там самый вкусный. Как видите, у нас по-прежнему какие-то палки-копалки вместо... У нас уже своя комбинация. Угу. Тут уже дерутся другие люди просто. Ну да, это я в лес, ага. В свою песочницу. А я, кстати, плотно так прыгаю. Давайте нам вниз. Давай. Так, в этой гробнице мы что делаем? Let's по какому квесту? Нам мозг нужен какого-то? Нам нужен мозг. Я уровень получил, наконец-то я вас догнал. Давай просто будем убивать Артура, а потом посмотрим, что нам нужно. Здесь нам, по-моему, нужно найти мозг мутанта какого-то зверя, либо принести его доктору, либо... Нет, ребята, это гробница, в которой мы сейчас находимся, это наш основной квест. А, это основной квест, тут нам нужно... Остальные все, там надо выходить, в общем, отсюда. А, вы видите, да, сначала мы проходим, то есть, налево. Сначала мы убиваем вот этих людей. Сначала справа вот зеленая, слева красная. Это нам все придется по два раза пройти. Да. Ну, то есть, пропуская диалоги, это будет достаточно быстро, но тем не менее по два раза каждую. Сначала мы пойдем, давайте в воинскую. Да. Так, Артем. Бегу. Я за Джоин. Я вас жду. Заходи. Так, сейчас, погодите. Джоин. Я думаю, будем так же по переменке. То есть сейчас я захожу, типа, главный персонаж здесь. Потом. Да, потом просто. Короче, каждый квест вас нужно Артём, выполнить да, каждому. Потом... Ух ты, у вас тут круто. Откуда потом? Вот ты посмотри, да. Я сразу тут не был. Этот World of Warcraft напоминает почему-то. Мне почему-то это Skyrim напомнило. И смотри, какая книга. Слово силы. Тум. Ага. Подожди, а что вы делаете? Это он. Ой, со спины. Все, уничтожьте тварь. Ё-моё, не хочу больше медитировать. Ебака. Так, я глушануть попробую. Помогает. А где? У него жизни вообще есть? Есть, Надин. Он просто слишком большой. Вот из первого нашего босса. Я хочу проделать это еще раз. И она офигенная, и она для меня. Да, и она для нас, ты хотел сказать. Нет, Артур тоже принял. Я ее не возьму, поздравляю. Для воина все-таки. Я все равно, по-любому, я просто люблю отнимать чужую. Нет, там потом будут такие вещи, когда если вы их возьмете, их нельзя будет передать, так что завязывайте с этим. Нет, их можно будет передать, вот если оденешь их, нельзя будет передать. Нет, синюю вещь, если ты или фиолетовую получишь, то ты не сможешь ее передать. Это, наверное, в World of Warcraft. Но я не думаю, что здесь система... Передать, ты когда одеваешь ее, она уже твоя навеки. Так, теперь ждем, пока Шустрел пробежит, там быстро все протыкаем. Не, мы сейчас пойдем к ним. Нет, сейчас идем к нам, короче, по очереди. Артем с Максом дойдет. Мне потому что интересно, что там у Артура вместе с Тёмой. Бом. Ситы офигенные. А оставили в живых уже так, уже. Сейчас Артур бежит, да? Ну. Кстати. Так, все входят. Да. Угу. Ну пойдемте. А у нас что такое? Может, какие-то, вы поняли. Шайраки. Да. Ну давайте сломаем, тут хватит летать. Это наша фишка. Пока я бегу, там уже два психа каких-то. Кстати, все выполнили свою гробницу, точно? Но это была миссия Джека, я не знаю. Все, мы выполнили бонус-миссию для Артура. Так, ну Артур, в общем, нам наверх сюда. Так, нам. А, да, нам Голокрон, нам же сказали, никто не может его найти на протяжении тысячи лет. Пошел, говорит. Не то, что найти, а то, что как бы активировать. Давай, мочи. Мочи. Сейчас ворвется какая-то, да. Ой, а все у меня на голове стояли. Голокрон. В общем, тут тебе надо выбрать правильно. Монумент медведей. Так, нужно медитировать темной силе, я попробую. The power of the dark side is in me. По-моему, нет. Силы темной стороны во мне. Ой, монументу не нравится. Готовьтесь. Да, монумент трясется, и твари атакуют. Я, по-моему, неправильно ответил, да? Я надеюсь, ты в следующий раз не будешь, ладно, ну, в следующий раз никто не вылезет.
Вот там, смотри, какие твари. Я слишком близко, чтобы дать. Поезд какой-то. Я даже не смотрел, что это. Нас берем тогда. Ну, я думаю, справедливо тебе взять, да. Почему вам все выпадает, я не понял. Ну, потому что... В нашей гробнице, заметь. Так, я не совсем понял, что мы делали тут. В общем, развали ее молнией. Монумент остается закрытый. Да, развалить ее молнией. Да открывайся, мать твою, заново, говорит. Монумент опять не нравится. Да. Нормально. Нет, смотри, все правильно. Это ж ситхи. Ну да. Сломать. А нам норм. О, это из восставших. Никому, зада. Наверное, в голову не приходило. Смотрели фильм «Хижина в лесу»? Нет. Вот это... Блин, быстро, короче, после того, как вот сегодня серию запишем, бежать, качать, смотреть. То есть... Это на своей странице, про которую писал. Да, фильм офигительный вообще. Там... Не, покупать-то... Надо фильмы. Короче, не парь мозги. Джек быстро со мной, а Тёма быстро со мной. Давай. Да, на пробеле просто все диалоги пропускаем. Я за шестрёлкой. И Артур за... Ладно, ну все так все пойдем. Все-все? Окей. Там же дадут опять эту бабайку прикольную побить. Да, бабайка крутая. Я сразу тут поставлю. Окей. Так, а там что-нибудь дали в награду, Джек, или это просто так? А, просто так. Ну, опыт. И с нее я шмотку выбил. Сейчас ты, наверное, себе торс выбежи для нее. А вот и она, из гробла, кстати. Сюрприз! Мотфака. Я такой влетаю, да. Я влетаю. Я влетаю. А так, вы пока там бодаетесь. Я решил время мне особо не тратить, и просто пошел. Ну, чтобы иночки. А, понятно. Ты по второму раз сделал? Пошел выполнять свой квест. Так, Макс, сапоги возьми. О, я не знаю, нужны ли они мне. Ну, продашь как. Ну, да. Может, но не тебе. У меня только Light Armor, как у Артема, так что сразу запоминайте. Light Armor мы видим, вам отдаем. Медиум, да, медиум это ваше, получается. Средняя броня, то есть. Так, пойдем присоединимся к... Кто тут бодается? Присоединились, да? Зачем? Так интересно же. Я уже все, уже возвращаюсь. Я уже всех убил, да. Я всех прикончил. Прикольно. Так шо? Есть такое дело. Так, все готово у всех. Тут вещички лежат новые. Ну и все, возвращаемся. Сейчас мы пойдем за мозгом. Да, или, мы не будем сразу возвращаться, наверное, не будем, да? По основному квесту выполним второстепенные. У меня уже есть новые какие-то скиллы, которые нужно прокачать. Ну, это успеется. Но это мы потом забежим в столицу. Да, это там... Влетаем! Еще деньги будет надо за прокачку. Ну, а что делать? Грабим. Вору убивай, лабуди лабудай. Лабуди лабудай. Короче говоря, я хочу найти просто того мутанта, эту непонятную зверюшку. Мне кажется, охота вот, ну, мозги ее получить. Ну да, это было несложно. Так, ну, тогда нам идти так, нужно... Так, то есть по карте нам надо прямо и налево сразу. Да. Как мне меч свой? А вот убрать. А то я бегаю с ним как... Z. Как больной. Почему как больной? Просто как анимешный какой-то чел. Применительно к Звездным Войнам это как больной. Как больной, да. Вот, тут кто-то всех уже убил, ребят. Мы опоздали. Заходим. Ой, ничего страшного. Какая посада. Вечеринка закончилась. А это, смотри, вся разломанная какая-то. Все в подпорках. Офигенно. Угу. Так. Короче. А, большая, смотри, локация. Там уже кто-то бегает. Опять все занято. О, там какая здоровая. Ого, ну там ее уже лупят. Брудмазер. Смотри. Добрый день. Влетаем. Нет, тоже полный. Это наше все. Просто если кто-то тут бегает, то он бегает по нашей территории по-любому. Да. Это наша заморозка, мы ее отдаем. Уходи! Лив! Шел он, щенок. Так, а он там еще. Придется ждать, да, пока он вылезет по новой. Да вот тут неплохие такие. Малыши. Просто нам мозг
вообще. Здорово, Уиллис, здорово, Уиллис, начинаем бить, и теперь он наш. Да-да-да. Здорово, говоришь? Ну, он кончился. Кальмарчик. А нам вообще тут что-то другое сделать? Нет? А, вот. Что-то выбрал. Да. Потом это должно себе. Я что-то взял. И вот теперь надо бить здорового, нет? Нет. Ну ладно. Нет, теперь надо его куда-то поместить. Да, тут написано куда-то это посадить, что. А, это мы взяли, короче, приманку. И эту приманку теперь надо куда-то отвести, положить и потом вызвать эту херову. Да, ну, как все тяжело. Отсюда, ну, отсюда уходить надо, вот сюда. Вот сюда нам надо. Ой, идти. Нас там пытаются обогнать какие-то лошпенные, пошли быстрее. Да в рот им килопечение. Вот сюда надо положить куда-то. Мы сейчас положим свою приманку, и нам своя хреновина вылезет. А куда же у нас будет своя приманка. С блэкджеком. Так. А вот сюда. Да, вот сюда, я начинаю делать. А, вот. Давай. Мы все положили приманку. Ммм, какая приснятина. Я приманка. Окей. Ой, офигеть. Господи, светло. Как я лечу! Бум. Чел медведосвин, да. Так это что? Просирание. Это все не нам. Спасибо. Так. Угу. Ну, в общем, как-то так. Допало. Хорошо. Сила, выносливость. Пригодится. Пригодится. Так. Медиумарма. Новые какие-то эти. Там опять кто-то пришел, что ли? Нет. Что за звук? Да. Но это не к нам. Да как не к нам? Как все равно получит по голове. Но он просто серый. Извини, чувак. Да, помогли ему. Опыт ему дал свой класс. Да, да. Так, ну все. Можно возвращаться, в принципе. Так, то есть мы получили его мозг. Я просто жалею, что не показали. Как его мозг мы врезаем. Запчасти. Запчасти, мозг и что еще у нас? А, и все. И потом с основным квестом можно будет разобраться. Можно пойти на героический сходить. Да, но можно. По карте что нам ближе? Только квест, о, скилл на карте героический. Короче, идем за Артем, он у нас шарит. А я как-то. Я вот вообще не понимаю, куда мы идем, уже давно, причем. Как обычно. Мне сказали, я иду. Побежали героический квест, делаем. Побежали. Просто мы рядом. Мы, кстати, его уже, скорее всего, сможем выполнить. Мы будем рядом, когда как один. А, нам надо будет убегать. Ну тогда по дороге, в общем, все бежим. Я советую сходить в академию, сдать основной квест. Да, поучиться, а потом уже на героя. Да, меня кто-то лупит там. Так давай набьем ему голову. Героических квестов в той долине, куда мы пойдем, будет два. Что, в принципе. Я не помню, где второй брать, если честно. Ну, там я на месте, думаю, сориентируемся. Короче, нормально, пока все понятно. А, давай пойдем за Артема, мы с Артуром бежим. Да, просто все правильно в ту сторону. Не, ну тут свернуть тяжело будет куда-нибудь. Тут как кишка. Девочка бежала, такая остановилась, посмотрела на нас брутально. На меня посмотрела. Брутально. Вообще-то сюда мы ложим. Да, тут у нас паренек был. Такие четыре. Дыш-дыш-дыш-дыш. Поналожили, да. Все получили ресерч. А, все, мы взяли коды, теперь отсюда мы взяли запчасти. А теперь эти запчасти. Опа, я ничего, походу, не взял. Как все сложно. Просто, да, как там английский. Так, ну вот этот игрок. Так что, я буду отдавать мужику, вы как хотите. Не, а я буду ему тоже отдавать. Так, ну, подожди, все вместе будем отдавать. Отдавать. Все вместе отдавать. Если мы будем ему отдавать, то мы выполним, ну, будем за темную сторону. Давайте. Так, проблем. И надо изобличить. Кто-нибудь еще говорит. Так, подожди, ты говорит, принес, или я кого-то еще должен послать. Вы заметили, что когда вы наводите либо на темную силу, там появляется красный. А, да, да, да. Это надо тоже в опциях брать. Великолепно. Не забудь, кто тебе помог. Мозг. Запачкался, запалился. I don't need it to be in pristine condition. Half the fun of my work. Да мне говорит не нужно. Хорошее состояние. You've done an impressive job, young alien. Отличная работа.
маленький чужой. Так, но Лора предатель. Лора asked me. Она попросила меня саботировать свой эксперимент. Пойду фак ей покажу. You can't show my work the appreciation it deserves. Сейчас мне голову отрубят. Тебе ведь здесь места нет. Глядя на эту раму. Wait, master. It's a lie. Я не предавал тебя. I know the truth when I hear it. I'm releasing you from my service. Я говорю, от тебя увольняю. А, господи, я люблю это. Пам-пам-пам. Тун-тун-тун-тун-тун. Не убил, что ли? Боль говорит, это только начало. Бери награду, пройди. Нам нужно много объяснить. Живой бонус. Помоги мне допросить ее. Ну помоги мне. I appreciate your kind offer, but I prefer to handle this myself. Я говорю, сам справлюсь. Farewell. До свидания. Блин, а я попытать хотел, я люблю пытать. О, боты. О, у меня новые ботиночки. Хорошо. Только они... Нет, лучше моих. Красненькие. Во, наконец-то у меня хоть на ногах что-то новенькое. Опять как будто туториал вылез. Так, что сейчас на такси? До дома? Продаться надо, есть где продаться. Да, здесь вон вендор на карте, смотри. Надо бы, да. Да мы же сейчас все равно туда идем. А, нет, там. Мы продам все здесь. Так, подожди, а куда мы сдаем квест с этими запчастями? Главный-то, да. А, все, это там на Академии возвращаться. Нам по-любому лететь. Да, 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 да. Где, а откуда мы летим-то вообще? Так, а вот, вот здесь на лифте можно подняться. Вендор. Здесь так, торговец, забирай, 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 забирай. Так. Забирай. Все, забирай. Офигительная игра. Вот эти диалоги, особенно за темную сторону, они, по-моему, еще лучше. Самое, даже. Самое интересное, да. Фан. Just for fun. Так, а починиться? Здесь еще репейр есть, кстати говоря. Не да, забывайте. Кстати, да. Так зарепейримся. Repair all. Окей. Все, я все починил. Feel the power. Па-п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 а-
ребята. Артём, согласись, все-таки вот инквизиторы насколько лучше выглядят, да? А я только хотел сказать. Да ладно. Ты просто сейчас используешь шустрелы, ты потом в течение получаса, по-моему, не сможешь этим пользоваться. А мы же вообще не используем это. Так у нас такси есть гораздо круче. Да. К Академии, в общем, возвращаемся. Это да. Так, подожди. Пойду пока проучусь, чтобы никого не задерживать. Я, как обычно, прослал почву больше всех. У меня слева в отряде 6-6. У республики она прикольнее такая, этот, желтенькая такая, вот именно такси. Да, как таксишка. На пятый элемент похоже. Если уж не дают порулить, то не давали бы руль в руки персонажу. У него есть руль? А ну да. Машина напоминает эту из второго эпизода, где там Энакин. Да, очень похоже. За снайпершей гнался. Блин. Очень похоже. Там еще так заполнено. Так, мы как, идем узнавать прикольно. Квест или что? Да, давайте сдадим и потом сразу наверх. Так, нам сначала найтись. Так вот, тут вот прям выбегаешь. Давай, подождем тогда. Вижу, да. Что там стреляет? А, это этот тренируется. А, это этот небольшой квестик. Так, что стрелы где? Бегу к вам. А вон. Ты знаешь, кто? Это вот такое слово есть, нарциссист. Это который наслаждается своим телом. Вот, при том, что ты урод такой, мне просто непонятно, ты в восторге. Что ты там сказал? Ну-ка давай. Нет. Вот и все. Я боюсь. А, чё? А, это какой-то мужик выбрал. Макс. Всё, я подошел. Три шкафа, один я такой маленький. А, вы без меня начали? Да, что-то все походу по одному начали. Ну ладно. Да здесь пара фраз и все. Просто отдать все. You've no Спасибо idea how much большое. I appreciate this. Some of these chemicals take months to manufacture. Not это, much говорит, used to use for the life of us. Кому этот поезд нужен? You're welcome to use some of our equipment as compensation. I'll make sure to mention you. Commander. Кстати. Да, Джек? Да, седьмой левел. Ребята, даже у зверька такая вылетала, наверное, твоего. Ну ты понял. Уже мой зверек седьмого левела. Ну, в отличие от наших там других чуваков. Команд каких-то бегают там. Что такое? Пойдем дальше. Тут можно штаны купить. Я хочу. Без штанов.
О, ну. Зачем? Ну, починиться, забыть. Пойду испытаю новые свои способности. Это не штаны, я в юбке. Ну-ка. О, класс. Фика, подожди, вот это просто сейчас должно быть. Ну-ка так, да, бэнд. Это жесть. Вот смотри, у него световая сабля, у него напарник, вот он крутой. Сталет. Я скоро буду таким же, вы нет. Все, идем, короче, сдавать квесты. Кто на меня магнум повесит? Сначала... Так, куда сначала пойдем? По квестам неудачников или по квестам инквизиторов? А во сколько ты придешь? У меня что-то в попе застряло. Может быть, мы сначала... Короче, в попе застряло. Сначала поднимемся наверх, все прокачаемся. А можно и так. Давайте сначала квесты сдадим, там дадут еще опыта. Я согласен, потому что у нас еще сейчас левелап должен быть. У вас он был, а у нас пока еще нет. Да-да-да. Тогда пойдем выполнять квест ваш. У нас есть квест? В юбке. То есть. Прикольно. Бум, погнали. Погнали. Джоин. У вас более-менее вежливые такие. Я такой вижу. Смотри, кто здесь. Помнишь меня? Это же Кратос. 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 Свали с дороги. Я специально, говорит. Я говорит, плохой не твою мать. Никаких свидетелей. Значит, и правил нет. No rules. No more shortcuts. No more special treatment. You're just gonna be another dead failure on Corriban. Просто говорит, погибнешь на Коррибане. Тебе просто борода, парень, это вообще-то четверо. Причем один в юбке. Главное, никого. Подожди. А, вот же ты. Я как обычно, когда я увидел уже его, то есть уже убит был. Я был неправ. Хотя говорят правду. Такой сильный. Я вам скажу лишь одно. Ты заслужил. Не проси пощады и не давай. На. Духна. Красава. Рык в платье всех победил. Да. Нам еще дальше внутрь надо. Че тут? Че ты скажешь нам? We must speak quickly, Acolyte. There isn't much time. I may have made a slight miscalculation. The beast of Mark Aragnos was a great source of dark energy here on Corriban. When it was slain, there was a tremor in the force. Darth Barriss felt that tremor and has become aware of you. He demands an audience. Darth Barriss боится. Побаивается начал тебя. Tell me what to expect, Overseer. Скажи мне, что ожидать. Barriss is a serious man. Серьезный человек он. Everything he does and says is calculated. Все, что он говорит, просчитано. Attempt to trip you up, test your nature, get to the heart of who you are. Короче, будет просчитывать тебя по полной программе. Воспринимаю его всерьез, всегда. Полностью. Просчитываю полностью. Баррис говорит, рулит вообще сейчас. Может, мы не поговорим больше. If you fail, I doubt there will be another strong enough. Будет другой достаточно сильный. Короче, нужно разобраться вам с этим зверем. Мне дали штанцы, это не юбка, я меняю тут же. Штанцы, да. Ну что ж. Мы уже начали привыкать к этой юбке. Я был недолго в юбке. Так, теперь бежим ваш квест делать. Да, потом бежим. Все разбегают. Шустрили еще раз этот квест сделать. Ну не вместе, просто... Вы у себя станете, то есть... у себя, да, ну, чтобы по-быстренькому. Я вообще в ту сторону бегу, я надеюсь. Нет. Нет? Нет. Ну теперь да. Ну мы бежим кругом. Сейчас, я так понимаю, Артём первым забегает в локацию, чтобы он диалоги убирал. Ну да. В прошлый раз я был. Нужна очередь. О, смотри, а тут прям как в этом в Звездных войнах там были охраны императора такие. Говорит прям как в Звездных войнах. Это и есть Звездные войны. Ну, вот в этой игре, да, она очень похожа на Звездные войны. Да, тут прямо как в Звездных войнах. Ох, каков. Так, ну что, заходим. Сейчас тебя будут. Подожди. Не, меня не хотели пускать, я сказал, что я Сатан Рулизом, и мне сразу оп. Мне просто предложили свое создать. Сатан Рулис плюс 3, да. You better not be wasting my time. Не трать мое время, раб. You better have the holocron. У тебя есть голокрон? Тебе лучше его иметь. Да. A fake. Or stolen from the library, probably. Поддержка, говорит, или украдена. Украл. Now, I believe it's time for another demonstration. Новое какое-то у вас руководство. Новая, говорит, демонстрация. Герша, вперед.
О, рама какая. Kill him. Фа, убей его. С удовольствием. Ну да. Да. И сейчас такие... Сиси бой. Шика появится. Оп. Let Gur be an example to you. Фарм destroyed him easily, like he will destroy all of you. Он так вас всех сможет уничтожить. Еще есть какие возражения? Скажи ему, что мы набьем им морду при любом. Я ему скажу, что не гони, Гарри. And your comments are only hastening your death, slave. Твои комментарии так приближают твою смерть, брат. You, slave, stay. Вы, говорит, знаете свое задание, уходите, а ты, говорит, раб, останься. Он специально говорит, раб. Ты, говорит, очень умный, раз получил этот голокрон, да? Думаешь ты, считаешь себя. А, ну да. Скажу, что, блин, я в этом просто профи. Тебе повезло, что тебя лорд Заш посчитал полезным. Лорд Заш wants this. Идем в гробницу. But the final resting place of the dead lord is not easily trespassed. You will not be the first to die there. Ты там не первый, кто погибнешь. I'll be back, отвечу я. I will return, and with the text. Do not come back here until you've gotten the text from Tulak. Пока текст не получишь, не возвращайся. Свали с глаз моих. Я этого сучонка хочу уже просто на немецкий флаг. Мы уже как-то с Максом тут до него зубы точили. А там еще подожди, чувак. А что с ним можно поговорить еще? Нет, Артур, всё, ты сейчас нельзя. Должен будешь выйти. Джеки, пойдем со мной. А, ну все, понятно. Мы оставляем вас, а мы с Джеки пойдем разберемся. Да, по новой проматываем сейчас вот все. Знаете, в чем отличие наших квестов от ваших? Ну. Нам, по крайней мере, дают убивать тех, кто нам не нравится. Да, а вы что-то как-то вас раб. Ну, потому что у нас более... Наши не такие отстойные просто. А как бы ты скажешь? Так не, вы просто терпилы. Вы сборище терпила, а мы сразу месим, как бы вам не нравится. У нас более интеллектуальное общество. Ну да. Да. Ты раб. Интеллектуально. Все отлично, мне юбку дали. А вот, кстати, вам юбка должна идти. Да, нет, она почему она это? У вас там интеллектуальное общество, вот почему. Ну да, мы-то интеллигенты. О, мы победили Кратоса второй раз. Мы с тобой, знаешь, кого напоминаем, этих из восставших из ада таких? Только вот гвоздики в голову еще. У меня торчат. Пинхед. Так, мы свое закончили, вы там где? Пойдем уровень пока себе подымем, да? Ну да, кстати. А кстати, у нас около обелиска появился квест. Так, мы там тоже закончили. О, по времени успеваем, нет? Танцы одевай, красная. Ага. А по времени 26 минут еще. Отлично. Да, еще полно. Слышишь, у нас штаны мне не нравятся. Ну да, Никита, в обтяжку красную показали. Так, что, тут будем с сеткой говорить? Да, подождем ребят. У ребят она есть сетка красная? Есть. Ну, мы набрали квесты. О, подожди, давайте попробуем голографический диалог. Первый раз. Иди сюда, Джек. Давай, а вы нажмите голографический. Джин Конверсейшн. А у вас будет маленькая голограмма. Во! Тут ваша. Вот это круто! Иди сюда, дитя. Ты хочешь изучить Академию, чтобы узнать, как в мире появились ситы. Я смотрю, ты рогата. Хранитель древних путей. Я чувствую в тебе потенциал. Я Дюк Нюкем. Приятно познакомиться. Так. Помочь мне? Помочь мне? Хотя сила, говорит, помочь ей. Так, бастер. Не обязательно быть рядом, чтобы приятно. Что там произошло? It is a rite acolytes have participated in for 10,000 years. Какой-то ритуал предлагает нам пройти. Я согласен. Я отвечу третий вариант. Я предполагаю, ты настолько старый, она говорит, этому ритуалу тысячи лет. Блин, не дал оскорбить ее. Past the gateway, there is a colony of Shyrax. My leather-winged, razor-talent children and their brood. They guard a mountain of skulls. Кто-то охраняет гору. You must reach the bones before proceeding. В общем-то, гора черепов. Все. В общем-то, свидетельство неудач. Да, учеников Академии. Неудачник. Нужно достичь, говорит, этих костей, прежде чем продвинуться дальше. Да, поспеши уже. And once I reach the bones,
You must claim а Джек там решил у нее сейчас спросить. Вот как бы да, мы как бы понимаем, просто пойдем и всех убьем, но как это будет? Once bone has turned red, I will look and see your nature written in crimson stains. Она, короче, гадает по костям. Она скажет нам в итоге, когда кость принесешь. I think I'd rather have credits. Я хотел сказать идиот вумен, но не придумал. To complete the right is to accept one's death, to steal one's own mortality. But it is also a trial of power, as are all Sith trials, a trial to test strength. And to grant it, I will await you here. If you die, I will forget you. Здесь нас подождет. Ну да. Короче говоря, она дала нам испытание получить череп из алтаря костей. А теперь череп, потом макнуть его в кровь, а теперь... а потом ей принести, она будет гадать нам на этом черепе. На второй этаж и качаемся. И скажет по нему. Но мы-то уже прокачались. Да, теперь тут еще парочка крестов можно взять. Ну, подождем сейчас. Сейчас подождем их и возьмем этот квест. Мы готовы по голограмме с вами пообщаться, если что. Не надо с нами по голограмме. А как это? Как это вообще? А вы просто выбираете, нам вылезет вместо Join Conversation, Join, типа как по-другому. Вот, кол. Чик, и все, мы с вами. Офигеть. Блин, я обожаю эту игру. Шикарно. Вот чисто за такие приблуды. Да. Два шута. Еще один акалит в тенях нашей академии. Ты должен считать, что тебе повезло. Классный поезд. Have you seen much of our civilization so far? Have you been awed by this world's power and glory? Ты говорит, хочешь силы и власти всего мира? Конечно. Indeed, I have. Caraban is most inspiring, my lord. Caraban меня вдохновляет. You find it so? Then you should understand something. Ты должен что-то понять. Caraban was wrought by the true-blooded Sith millennia ago. Our ancestors, a crimson race of conquerors, raised the statues. Тысячелетия назад мои, короче, соплеменники основали Карибан. Now the red markings of true Sith are rare, and the purity of this planet is in question. Настоящие ситхи сейчас, как он и как я, очень большая редкость, и чистота этой планеты под вопросом. Так, согласен. А что насчет меня? Ты чё, говорит? Чё, тебя это оскорбило? Смотри на мои штанцы. True purity and strength are carried in the blood. I worry that our blood is being diluted over generations. Наша кровь очищалась в течение тысячелетий. Я бы никогда в жизни не поверил, что это ММО. You will be my instrument. Причем в этих диалогах, как в Mass Effect, в них еще дают общаться компанией. Вот это самое прикольное. Там выбирается, кто ответит. Так, ну короче говоря, я с ним согласен, что вы все неверные, нечистые. Инфидель. Silence! А слева пишут 246, 108 очки, то кто больше выкинет, тот и говорит. Allow the holocron to fulfill its purpose. Нам все-таки есть стоять near the overseers as it attunes to their blood purity. Then return here, and I will learn the truth. Переводить? Нет. В общем-то, короче, нужно получить. Черта. Расскажу. Да. Короче, здесь есть вот эти надзиратели. В общем-то, надо их просканировать на предмет того, чистокровные они ситхи или нет. Класс. В общем, здесь заместо. Как и обычно. Угу. Поднасрать кому-нибудь. Здесь еще один сайд-квест есть, да. Если что, берем. Warrior, конечно. Нет, какой-то. А я его не могу взять. Почему? Не знаю. Not наверное, возможно, он только для этих... Для определенных рас или для определенных... А, ну видите, что инквизитор. А, да-да-да, инквизитор Уринт. Ладно, мы возьмем, наверное, да? Возьмите, конечно. I have need у нас с вами you, есть одно задание на втором этаже совместное, и одно у меня с Максимом совместное. Вот оно что. Давай назад, Макс, давай назад, назад, давай, назад, да. назад. Иду. Ты говори, так. Я присоединюсь к тебе. И она, короче, нуждается в нашей помощи. На втором этаже, да? Все, говорит, подождет. Да-да-да, беги за мной. Я вижу тебя, да. I am Inquisitor Urinth, and I represent the intelligence operations of the Sith. We are currently holding an important Jedi prisoner, a spy who attempted to reach this academy. Короче, раз они там свое слушают, давай пока помолчим, а потом просто мы свое объясним. The Jedi's mind simple to manipulate. We fed him false memories through a combination of drugs and sorcery. Soon he will return to his Jedi commanders and report the lies we fed him. He will know nothing of what we've done. All that remains is to stage his escape.
Звучит. How do you propose to do that? You are young enough, new enough to be a plausible traitor. Джек, о чем речь вообще? You will go to the Jedi, talk to him, do as he asks, earn his trust. О, они готовы для нас кого-то убить. When that is done, шикарно. Set him free. Do whatever is necessary to get him out of prison. We will ensure that he reaches his ship and returns safely to his Jedi friends. Да, своей собственной рукой. Понятно. Consider it done. You will find the Jedi Quarian Dorjus in the jail cells. He is still confused and should not be overly difficult to convince. Короче, вот такой квест. Что квест, ты из него понял, Артём? Я понял в том, что квест, короче, мы поймали джедая одного. Угу. Это разведчица. Да, разведчик джедаев. Он получается, разведчик джедаев. Мне сказали идти говорить с Дартом Парасом. Вот. Получается, надо... Они его, короче, накачали наркотиками, с помощью силы загипнотизировали, типа того. И теперь надо его освободить, ну, с понтом освободить. И чтобы он полетел обратно в академию к своим, и там что-то выдал нам какие-то их секреты, типа того. Прикольно. Ну, по-моему, ой, короче, у меня замес. Вообще, чтобы поняли, где там что находится. Там что, дальше надо было, Джек, еще пройти? Я... Так, а вы что за квест взяли? Да у нас какие-то, короче, чуваки решили на меня наглиться. Сейчас я их убью. Ученики тоже. Все, поговорите с ними. О, так, в принципе, пока можно побегать тут возле академии. Подожди, этих, да, давай. Оверсиров. Это делается... Так же, как мы сканировали вот этих. Блин, тут все здоровые такие. Так, один на противоположной стороне у нас находится. А мне, кстати, сказали поговорить с Дарк Барросом. И мне тоже. По-моему, самый главный наш чувак крутой. Короче, тут еще есть квесты для определенного класса. Но это, я думаю, вот именно это все будет на первых начальных планетах. Да, а дальше будут все. Квесты для всех. Так, подожди, сюда, квесты, наверное, не пойдем пока. Так, а где? На второй этаж пошли, так. Там еще один. Ну, пошли. А что ты этого не просканировал? А его нельзя, это тот джедай, который нам нужен, в общем-то. Этим. А, понятно. Попозже займемся. Так, ну ладно. Квесты, конечно, вообще огонь просто. И главное, выдержали именно в стилистике Звездных войн. Мне сказали, ты знаешь код ситхов? Я такой, так, подожди, блефануть. Что-то... Да, я знаю код. Не туда, здесь не туда. Есть Dark Side и есть Light Side. Вот все, в общем-то. Угадал? Окей, нет. Код — это кодекс, в общем. Ну... Скажи пароль. Пароль. Сам правильно. Кодекс нам, в принципе, озвучивали там где-то ближе к началу. Но как-то вот. То есть ты говоришь с чуваком в каких-то доспехах, да? Угу. Ну я уже с ним поговорил. New Codex Entry Warrior. Чего там делать? Вы выполняете так, квест для своего уровня, что ли? Да, да. Нет, для своего этого? Класса, да. Для своего так, класса. Если блеф, то что? Не сканает? Ну да. Я смогу или мне это не нужно? Или блеф? А чё мы с тобой, Артём, тогда не выполняем квест для своего уровня пока? Вернее, для своего класса, блин. Чё я говорю вообще? Ну, давай выполним. Здесь, по идее, это... можно было всем подключиться, но... Угу. Мы просто по одному зашли как. Мы решили иначе. Мои мечты приходят. Ну ладно. Если что, я уже готов заканчивать. Камера. Не возвращайся. Так, ну, скан оверсир, пьюрити. Вы пробовали уже сканировать? Вот мы сейчас этим занимаемся. Вот этим и занимаемся. А я к вам присоединюсь сейчас. Ну, вниз, походу, сейчас. Да, спускаю, да, нужно, да? Сканировать. Но их нужно обижать всех достаточно большое количество. Там то есть 4 человека. 3 или 4, по-моему, да? А там, я да, сканирую МСИ Шурагату. Они просто достаточно далеко друг от друга. Ой, что-то какая-то нечистительность дикая стала. Теперь нужно бежать другое. Так, так, так. Угу. Ну пойдем, наверное, на улицу. Там один, помню, стоит. А последний я не совсем помню, честно говоря. Ну, разберемся. Сейчас. У меня что-то с чувствительностью что-то стало. У меня вот поворот. Бывает у меня такое тоже, да. Прям дикий какой-то стал. То же самое было. А, стоп, я нам просканирую. Я подбежал, думаю, что с ним погодить нельзя. Ушел. О, слышишь, нам по заданию надо будет убить нашего старого, ну, мастера. Прикинь, Джек. Да. Вам вообще везет с таким заданием. А у нас ты раб, говно, раб, ненавижу, шел вон. Раб. Ничего, из таких обычно выходят брутальные мужики.
Так, а так, ты ну тоже туда на миссию пошел. Этот овусир находится хер знает где. А я лучше к тебе присоединюсь. А он, в смысле, надо на такси ехать? Нет, не на такси. Помнишь, там, где транспорт вот этот стоит, который нас отсюда будет? Вот он возле него. Я тебе помогу, братюнь. Да, так давай. Так недалеко. Мы запилим. Запилим как сына просто. Это пару минут. Я на него наорал. Даже быстрее. Ну, конечно, на самом деле нам нужно было бы выполнить Опа, квест. Вот и все, братишка. Сначала свой. Ну да. Это, я думаю, будет достаточно быстро. Но все равно сюда будем возвращаться. И, кстати, там не быстро. Там надо будет, он еще нам задание какое-то даст, тот джедай. Какое-то шматье надо будет найти его. А потом... Ты меня раздражаешь. Че, ты закончишь все-таки с ним? Да. Давай. Че у вас там происходит-то вообще? Да мы своего мастера убиваем. Мы уничтожаем своего учителя. Давайте, ну как там, успешно? Не спрашивайте почему, потому что... Да, хорошо. Все. Просто приговорил. Да. Вот. Окей, Джеки. Теперь тебе это надо сделать? Да. Вот этот лорд, что ли? Давай, сейчас я тоже хочу прикончить. Бегаю там своих. 150 на темную сторону дали за это. А вы там ваши, Артур, ваши квестики тоже делаете? Ну, мы сейчас выполняем общие, получается. О, может подождете нас второстепенные да, делать? Да. У нас-то просто квест наш. Просто нет, это мы просто уже взялись и да сейчас все, мы пока будем заниматься этим своим квестом, да. Это не так интересно, не так зрелищно. Такой та-дам! Музычка. Когда... А вы, я так понял, свой, то есть один из основных квестов выполнили? Ну, а, да. Нам его дали просто. Слышь, Джек, который стесняйся кричать на него. На-на. Нам же тоже интересно было Я просто видел, что ты отвечал. Ну да. Поэтому я решил немножко по-другому с ним поговорить. Так. А ну выбери самое верхнее, выбери сейчас самое верхнее. Так, давай попробуем. Блин, меня этот халат раздражает. Давай закончи их хитами. А мне норм. Давай. Верхний выбери. Да-да-да. Так смысл? Два так ломится. Блин, разговор точно такой же, я его зарезал. И сколько дали? И сколько дали этого? 150? 150, по-моему, даже. Да, ровно как и у меня. Разница. Ладно, так, все, ребят, мы к вам бежим. Да. А, подожди, этот будем сдавать? А, они же еще не выполнили этот квест, тогда сдавать не будем, наверное. Понятно. Интриги пойдем тогда. Пойдем к джедаю. Пойдем к джедаю, да. Пока они будут сканировать. А, короче, у нас разделение труда. Да, сканируйте, бегать. А мы выполним свой квест. Я не пойму, кого-то сканировать. На втором этаже, что ли? А, они по карте указаны, я думаю, не промахнешься. Погнали наверх, посмотрим там. Ой. Снаружи это когда вот здесь надо сканировать. Так, а вас? No о, пошли закончим наш квест с Дартом Барросом. Давай. Он медитирует. Ну да, кодекс джедайский свой повторяет. Палаты офигенные. I'm Corian Dorges. I'm a Jedi. Так, а я свою тоже создам, мы с тобой одновременно считаем. Да. Так, ребята, потише, у нас тут самый диалог. Почему ты здесь? Кто ты такой вообще? Я хочу заключить сделку. Давай. I'm here to get you home, if you play your cards right. And I'm trusting the word of Sith. I don't understand. Почему, говорит, я должен верить слову силы? Why am I talking in circles? What's wrong with me? Почему, говорит, я заговариваю? Что со мной? Устал, наверное? Или тебя накачали? Не паникуй. You need to calm down. You're right. I apologize. Я извиняюсь. There's no passion. There's serenity. There's no chaos. Опять there's начинает нести. Ну да, перечислять из кодекса все. Поможешь, говорит, мне убежать? Достань мне мой световой меч и мой комлинк. Короче, надо идти доставать все эти шмотки для него. Ну, нам по-любому туда придется идти. Короче, для него нужно найти все его вещи, таким образом втереться в доверие. Да. Тем самым выпустить его на свободу, в общем-то. Так, и у нас квесты на данный момент. Это кровавое наследие. Нужно найти череп. Чистота. Нужно вернуться к, к лорду... мы пока это не сдали. То есть мы уже выполнили побег из тюрьмы. Нужно принести оборудование этому джедаю. И главный наш квест. Это как раз в ту же самую гробницу идти. Вы где? Туточки, я туточки. У нас тут вообще... Туточки, хорошо. Где туточки? Ну сейчас я сканирую. Они на втором этаже. Мы закончили наш квест, который чисто наш. Нет, я все еще с ним разговариваю.
Они на втором этаже. Ну пойдем. Бля, это прикольно, штучка такая ездит. Он тебе кольцо даст. Да, он говорит, что осколки надо притащить. И кольцо даст тебе потом. Да, и колечко. Такая зарница у нас. А кольцо это твоему животному надо отдать. Менять животное? Ну да, ебака которая. Иди сюда, маленький. Кольцо ему, в смысле, нужно? Ему можно кольцо отдавать? Ну, тут дали кольцо и сказали отдать. Your companion. You don't have... А нет, это компонент, который нам по сюжету дадут. То есть не вот этот вот перец, который с ним бегает. Непонятный вообще. Да. Так, я бегу к тебе. Я не буду компаньона с собой таскать. Я вроде бы досканировал. Ну, представляешь, 8 человек. Да, это слишком табунисто уже будет. О, наконец-то тут. О, кто-то бегает. Вы всех 4 проскакиваете? По-моему, я да. Я сейчас побегу. Один еще около этого, один около самолета. То есть это надо выходить, что ли? Да. Да. Печалька. А вот теперь эта тетка дает мне квест, кстати. Какой квест? Вот этот. Опа-опа. Тот же самый, в смысле? Стрил, присоединяюсь. А ну, старт конверсейшн. А, это только для нас с тобой. Ну ладно. Так, а... I don't think so. Короче, так, опять мы разъединились, поэтому нам приходится вас ждать. Давайте как-то более... Секунду. Этот... А просто этот квест сыграно для в следующий нас. Раз. Никак ну, не... понятно, но как-то... Очень мы... трудно сейчас просто держаться вместе именно с да. такой... Ну, с... Главное, что мы на одной локации. Ну, слава богу, да. А что ты читаешь диалоги, Джек? Пропусти их, они не очень интересны. Окей, я смогу сделать это, Трамп. Ой, а я думаю, я добрую выбрал сторону. Понимаю дело. У Джека персонаж так. А ты скажешь, Шварценеггера похож. А теперь мы попробуем поделиться этим квестом с ребятами. Нельзя, по-моему. Ой, а сколько времени уже прошло? А время сейчас скажу, 45 минут. Давайте тогда закончим. И мы просканируем пока. Уже за кадром, я закончим, думаю. Закончим, да, сделаем все эти второстепенные квесты. Да, займемся рутиной. В следующей серии пойдем по главному квесту, и там заодно дополнительные у нас эти такие зрелищные давайте будут. В центре вот здесь встретимся. Да, так мы тут стоим около этого. А, я себе ногу сломал. Около окей, Абинска. Ну что, тогда всем пока. Всем удачи, да, всем пока, было весело. До завтра. Пока-пока-пока.